В парковой зоне отремонтированы пешеходные дорожки, уложена новая брусчатка и бордюрный камень, установлены фонари, лавочки и урны. Ведутся работы по озеленению. Теперь десногорцы с удовольствием прогуливаются по парку. Очень красиво стало. Прекрасно. Душа радуется. Хорошо сделали, ребята. Молодцы. Молодцы. Хорошо сделали. Еще свет появится. Вообще будет прекрасно. Нравятся дорожки тут. Кататься на велосипеде люблю. На скейте. Конечно, по сравнению с тем, что было, стало намного лучше. Дорожки ровные, нет этих ям, нет такого количества грязи и листвы, мне кажется. Ну, вообще это чисто, даже очень красиво. То количество фонарей, которое здесь находится, мне кажется, будет безопасно, комфортно и приятно пройти вечернее время, не только дневное. Отличная работа проделана, кстати. Очень преобразился парк, хороший стал. Приятно стало гулять. Совсем скоро будут установлены еще несколько лавок, урн, а также газонное ограждение. Освещение заработает 8 сентября. В данный момент идет устранение порывов электросети. Проект «Комфортная городская среда» продолжит работу и дальше. Он дает возможность создать уютные и безопасные условия проживания десногорцев. И самое главное – учесть интересы большинства жителей отдельно взятого многоквартирного дома. Одним из главных условий включения придомовой территории в программу является инициатива собственников. Ведь они являются владельцами не только своих квартир, им также принадлежит на праве общей долевой собственности имущество дома и земельный участок, на котором он расположен. Для того, чтобы включить свою придомовую территорию в программу по благоустройству, необходимо проявить активную гражданскую позицию и соблюсти ряд процедур по оформлению документов.